Городской турнир я уже хочу! Решено! Беру Феликса! В финале! Феникс в финале! Посмотрите, как все болеют! Можно теперь и поиграть. Сейчас партейку в Бейблейд сыграю. Надо отсканировать моего любимого Когнайта. Победа! Тим, привет! Привет! Все в виртуальный Бейблейд играешь? Да. Слушай, у меня новость. У нас в городе будет проводиться турнир по Бейблейд по типу уличные бои. Ого, я уже туда хочу! Кроме того, меня попросили быть волонтером, прикинь? Ух ты, ты что, будешь так всем помогать? Ну, постараюсь, но тебе я помочь уже не смогу там. А здесь давай выберем какой-нибудь волчок, с которым бы ты мог пойти на этот турнир. Давай. Уже бегу, сейчас выберем самый сильный. Хочу взять Феликса на турнир, ведь он в прошлый раз победил Гаруда. Ты знаешь, Тимофей, много ребят в прошлом видео просили протестировать Феникса с другими боями. А вдруг они окажутся сильнее? Давай пробовать. А с кого начнем? Вот эти ребята просили протестировать Феникса с Волтреком B4. Давай тестировать? Давай. Итак, играем до одного очка, потому что Феникс один, а протестировать его надо со многими боями. 3, 2, 1, вперед! Ого, как погнали! Слушай, Волтрек, конечно, летает. Вот так только что атака такая была. Опа! Посмотри, он свое кольцо сбросил и остановил Волтроека. Ого! Следующего просили протестировать Твинни Мезиса. Но я хочу тебе сказать, что Твинни Мезис стойкий оловянный солдатик. Ну что, поехали? 3, 2, 1, вперед! Как Твин летает. Он просто так не сдаст, мне кажется. Хотя и Твин сдался. Ура! А вот эти ребята просили, чтобы мы протестировали Феникса с Ахиллесом. Ну что ж, погнали. 3, 2, 1, вперед! Слушай, Ахиллес, ну вообще красавчик. Мне кажется, он быстро не сдастся. Мне кажется, сдастся. Ну смотри, наклонился Феникс. Да. Смотри, совсем чуть-чуть, но все равно Ахиллес проиграл. Да. Я знаю, кто может быть достойным соперником Феникса. Экскалюс X4. Я знаю, что Экскалиус красавчик. Он сейчас себя покажет. 3, 2, 1, вперед! Ну, смотри, как летает. Ага. Класс. Потихоньку Экскалиус. Слушай, ну, Феникса. И слетело кольцо. Да, Экскалиуса он победил. Тим, ребята нас еще просили сразить Феникса с Луинором 4 и Геркулесом.
Как ты думаешь, кому он сдастся? Думаю, Геркулесу. С кого начнем? Кого начнем тестировать? Юнора или Геркулеса? Давай Геркулеса. Ну что ж, сейчас мы тестируем Геркулеса и Феникса. Ну что, Геркулес или Феникс? 3, 2, 1. Ого, смотри, какие скорости. А у Феникса, смотри. Ну, я болею за своего Геркулеса. Все-таки Геркулес, смотри, как он устойчивый. Феникс может еще и сдаться. А, нет. Тирем. Зло против зла. Луинор против Феникса. 3, 2, 1. Вперед! Феникс сейчас победит. Да, Луинор сдался. Ура! Решено! Беру Феникса! Поехали! 3, 2, 1! Путь! Четвертьфинал. Три, два, один, вперед! Не, нормально все, все нормально. Да, нормально все. Все нормально. Он сбросил свою. И у нас полуфинал. 3, 2, 1. Звалинский выходит. Приготовился! Приготовился! 3, 2, 1, вперед! Мы в финале, Феникс в финале. Посмотрите, как все болеют. Готовы? Готов! Готов! 3, 2, 1, вперед! Басаман победил! Так, награждаем, молодцы! Тимофей! За 2-е место в Борисе дают! Я не разбираюсь, какие из них, какие! Все! Все! Молодцы! Молодцы, ребята! Ребята, на канале Тим Витыч будет разыгрываться легендарный спрайзен, которого Тима выиграл. Поэтому подписываемся, ставим комментарии. А когда видео? И саламандра. Очень много геркулесов, очень много саламандр. Давай, да, геркулес их собьет. Саламандра против саламандры. Геркулес. Даже Геркулесу с трудом пришлось победить.
Да. Геркулес вообще. Подождите, еще не конец. Конец. Уже конец. Все.